Добро пожаловать в наше министерство. У нас большое министерство по разным направлениям, у нас 6 направлений. И культура, спорт, информация, туризм, молодежная политика, межэтнические отношения. Все у нас здесь получается. Ну и основной вопрос — это туризм. Спасибо, что продвигаете нашу страну. Изначально мы следим за каждым контентом, за каждым вашим выпуском, который вы делаете. Нам очень нравится. Я еще не был министром. Ну, то есть раньше был министром, потом я год отдыхал, потом на второй раз пришел. И когда вот это у меня был отдых на год, это было до октября, это где-то был сентябрь, октябрь, начало октября 2020 года. В это время вы начали выпускать, ну, по крайней мере, с лета же начали выпускать. Да, ну, с лета начало. Да, с лета начали выпускать. А потом в сентябре где-то я вступал, там я презентовал один бренд, который я предлагал стране взять. И были очень много экспертов. И с утра, когда я вставал, хотел, ну, готовил презентацию, с утра увидел ваше видео, где вы делали на Корчине, наверное. Где вы утром встаете, выходите. Это был Джитагус. Это Джитагус был, да? Когда я встаю, Такие очень искренние, чистые эмоции были. Это было Семеновская очередь. Где мы проводили Игоря Кочевникова. Вот, я вспомнил просто местность, поэтому с утра взял, скачал ваше видео и показал перед вот всей большой аудиторией, какая же у нас страна. Да. Да. Поэтому, ну, вы делаете большой вклад в продвижение нашей страны. Спасибо вам, что приезжаете. Теперь, мне кажется, у вас очень много знакомых. Я вижу, что очень много друзей в Кыргызстане. Да. Очень много отзывов. Поэтому вот мы решили поблагодарить вас. Спасибо вам большое. Мне очень приятно. Да. Очень приятно, что и вы меня сюда пригласили, и лично. И я понимаю, что с каждым приездом я все крепче и крепче здесь, в Кыргызстане, обосновываюсь. И есть какой-то отклик, хотя я на самом деле, если честно, не рассчитывала на это особо. Ну, то есть я делаю свой, тем, что я занимаюсь тем, что я люблю, а получается так, что есть хороший отклик и на высоких уровнях. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Мы немножко такие от нашего министерства подарки подготовили. Ничего себе. Да. А это, ну, это такое благодарственное письмо Ларисы Борисовны вам. Выражаем вам искреннюю благодарность за значительный вклад в развитие туризма Кыргызской республики. Желаем здоровья, долгих лет, успешной профессиональной карьеры. Спасибо большое, ничего себе. Спасибо большое. Спасибо большое, как приятно. Ну, такое это практически все символы нашей страны. Это беркут, это юрта. Это комплекс Манас-Кумбезу, вы были там или нет? Ваша это, да? Нет, это в Таласе. А в Таласе, да? Это в Таласе. Это наш Бурана, это Ташабад, это наш Салбурун, кочевники, это Барс, священный символ кыргызов. Да? Ну и страна Великого Шелкового Пути, основные символы. Спасибо здесь большое, да. Очень красиво. Интервью. Вы самый молодой министр в Кыргызстане. Да. Правильно я понимаю? У вас очень классная энергия, мне нравится, вы очень живой, активный. Вот. Я бы хотела снять с вами интервью. Возможно, то есть не мы сели и говорим, о каком-то движении. Ну, где-то и сядем, поговорим. Вот. Поговорим лично о вас, поговорим о том, как это вообще быть министром в Кыргызстане, когда. Ну, то есть в стране очень много проблем, а вы пытаетесь их решать. Как вы это делаете, какие у вас планы? Хорошо. Все, тогда мы на воскресенье с вами. Спасибо вам большое. А то вы бы так убежали, я бы забыла вам. Я хочу поделиться своими впечатлениями о сегодняшнем дне. Сегодня меня пригласили в Министерство культуры. Со мной захотел встретиться министр. Я не знаю, почему так произошло, они мне написали. И выяснилось, что в Министерстве культуры все смотрят мои ролики. И министр даже говорил о том, что он был вдохновлен моим видео перед каким-то совещанием.
агентства, и это помогло ему сделать презентацию какого-то проекта по туризму. Я была очень рада. И, вы знаете, они мне подарили, вручили такое благодарственное письмо. Написали: «Уважаемая Лариса Борисовна, выражаем вам искреннюю благодарность за значительный вклад в развитие туризма Кыргызской Республики. Желаю вам здоровья, долгих лет, успешной профессиональной карьеры». Я, честно говоря, когда первый раз приезжала в Кыргызстан, я даже подумать не могла, что в третью мою поездку на таком высоком уровне оценят мою работу. На самом деле я не рассматриваю это как вклад, потому что я это делаю в первую очередь для себя. Я веду свой канал, я занимаюсь любимым делом. И очень здорово, что это находит отклик в ваших реакциях на мои видео. И вот даже с точки зрения министерства меня поощрили. Еще мне подарили такую красивую тарелку. Сейчас я хочу похвастаться. Вот такая сувенирная тарелка. Спасибо большое. Спасибо большое в первую очередь моим подписчикам, людям, которые смотрят мои видео, людям, которые комментируют, потому что действительно, только ваша поддержка, благодаря вашей поддержке каждый раз я нахожу силы делать новые видео. Поверьте мне, это непросто, и часто бывает, что мои руки хотят опуститься, и я просто усилиями воли поднимаю их, иду, снимаю, монтирую, выкладываю. Я очень рада, что вам это нравится. Я постараюсь как можно дольше продолжать заниматься этим делом. Спасибо.